Я хочу показать вам этот покой, умиротворение, которое сейчас есть в природе. И сказать следующее. Только вот почему-то корабли много, медленно. Все куда-то уходят, уплывают. Я попробую приблизить. Вон они вдалеке. Таким караваном. Если я кому-нибудь скажу, что вот такое умиротворение, покой и красоту, вот такую красоту можно увидеть перед наступлением одного из крупнейших ураганов, который сейчас идет. И люди, конечно, удивятся. Вот так вот мир, природа встречает без страха. А кораблики были припаркованы вот там, и было очень много, там была гавань. Ни одного не осталось. Идет очень серьезная подготовка. Сейчас будут упакованы. Да. Эвакуирует всех людей, государство, правительство помогает в этом. Эвакуирует всех туристов из зоны отельной, которые вообще все отели, которые находятся на побережье. Я тоже уезжаю подальше. Конечно, не будет никаких удобств, ни света, понятно. Как надолго, тоже пока ничего. Остается только одно – молиться и верить Богу. Вот это то время, когда ты, наверное, ближе всего подходишь к пониманию Бога. Это вера в абсолютный результат. Вера в Творца и вера в Его абсолютный результат. Это что, по-другому не может быть? У меня страхов нет, есть волнение, сильные, плакать вчера, весь вечер. Тоби надо определять, я не могу я с тобой в отель быть. То есть все это очень непросто. Собаку я. Сейчас будут упакованы все дома, в том числе, у кого есть возможность закрывать, все будут закрываться, там железная, такая система. Все покинем наше райское место. Когда мы вернемся, мы не знаем, что мы увидим. Вот как интересно, какие облака, птички радуют.